Сегодня на обзоре у нас Stern Force 1.0. Тоже у нас квадратно-круглая труба. Смотрится обалденно, лучше, чем вторая модель, потому что он такой черно-красно-серый, с белым, прям стильный-стильный. Дорогущие спортмастеровские крылья по 1500. Крылья очень качественные, ничего не падает, ничего не отваливается, но, как вы видите, защиты от них не будет никакой абсолютно. Для чего они здесь нужны? Просто для имиджа. Так, как обычно, у нас втулки были незаконтренные, штаны затянуты, по-моему. Были затянуты штаны? Да, штаны протянули, передачи настроили. Переключатель передний не совсем правильный, то есть, видите, он не огибает звезду, то есть он не подходит к этой звезде. И чтобы его настроить, пришлось его поставить чуть выше, чтобы внутренняя часть могла закидывать. То есть переклюк не под эту систему, но мы сделали, чтобы он работал. Задний у нас переключатель осера, то что все работает нормально. Ротора были немножко кривые. В общем, обычная история. Рубашки перекинули с тросиками. То есть, в принципе, велосипед нормально ездить будет, смотрится классно. Такое интересное. Интересная модель. Вот клиенты, видите, даже бутылочку в цвет подобрали, бутылкодержатель подобрали. Единственное, что вот почему-то звоночек привезли в таком виде. То ли в машине он у них развалился, то ли в магазине. Сидушка модная тоже под цвет и с вентиляционным отверстием. То есть велик зачетный в плане внешнего дизайна. В плане качества нормальный. Вот за исключением переднего переключателя, в принципе, все работает, все настраивается. Такой вот он, смотрите. Классный велосипедик. В общем, приносите, настроим ваши велосипеды тоже.